Девчонки, всем большой привет! С вами на связи Екатерина Вяткина. Сегодняшнее видео будет о открывании новой косметики. Есть необходимость в новой косметике, поэтому вот записываю это видео. Итак, открываю пену Barber Lab. Недавний мой заказ из каталога Faberlic. Пена для бритья с углем. Вот, наша уже подходит к концу, поэтому открываю. Так, далее. Открываю две масочки моих любимых. Всего 4 маски осталось. Вот сейчас 2 открою и 2 останется на прозапас. Угу. Что такое? Уже кто-то открывал. Может, она упала и порвалась пленочка. Это так-то всегда все хорошо запечатано. В общем, девчонки показывают так, как есть. Такая консистенция у нее. Там есть перламутровые такие частички. Классно, после нее волосы блестят. Рассыпчатые, ухоженные, такие как шелк. В общем, вот 2 масочки буду использовать. Открываю чай антистресс. Тоже из каталога Faberlic. Это успокаивающий травяной сбор. Здесь мне понравился состав. Цветки ромашки, иван-чай, плоды шиповника, фенхель, трава лаванды, мелисса, пустырник и валерьянка. В общем-то, вот, буду запаривать. И по мере необходимости применять. Вот такие тут пакетики. Ну, просто вот как аптечные, да, трава в таких же пакетиках идет. О, пахнет травой. Прямо так насыщенно. Травяной сбор номер 5. Так, что у нас тут? 1-2 фильтр пакета. Положить в чашку, залить стаканом кипятка 200-250 мл и настаивать 5-10 минут. Так, не следует принимать при гиперчувствительности к любому из компонентов травяного сбора. Не является лекарственным средством. Угу. Ну, попробую. Вот такой антистресс. Далее открываю для себя вот такую масочку. Тоже недавний мой заказ из каталога Faberlic. Coenzyme Q10. Это антиоксидантная маска для лица. Защита. Вообще, я думаю, вот этих травяных масок, тканевых масок купить по 10 штук и прямо курсом использовать каждый день, например, Q10, там, да, в следующий раз там с алоэ. Ну, там очень много разных масок. В общем-то, хочу познакомиться. Вот такая масочка. Далее открываю для себя зубную щетку. Здесь идет с угольным напылением. И что, эргономичная ручка, угольное напыление для естественной белизны зубов. Средняя жесткость. Так. Угу. Здесь вот силиконовые такие вставки. Моя уже щетка пришла в негодность. Ну, как открыть? Вот. Заказала беленького цвета. Ну, такие. На первый взгляд приятные ощущения. Посмотрим, как будет в использовании. Далее. Открываю мицеллярную воду из линейки гиалуронка Faberlic. Приятный аромат идет. Очень мне понравилось. Вообще, ну, эта линейка, судя по тонику, понравится и крема. А также открываю для себя тоник. Вот такой. Из этой же линеечки. Так, далее. Мне понадобится, скорее всего, еще один тоник. Поэтому из линейки Oxyologen Faberlic вот такой нежный тоник. Тоже открываю.
беру в использование для своей принцессы младшенькой вот такое вот средство. Буду использовать в качестве подмывания, подмывашки, да. Это нежный детский гель для очищения кожи и волос. То есть, ну, такой универсальный. У меня 0+. Вот такое средство. Еще беру в использование вот этот крем Baby под подгузник. Детский крем под подгузник. Я им один раз мы попользовались, и как-то у меня все равно сомнительное такое вот впечатление о нем, потому что после использования вот этого крема у ребенка такие прыщики вышли. Сейчас мы все это прошло, подлечили. Ну, вот тем кремом, который я до этого пользовалась, тоже от Faberlic, все прошло. Попробую еще раз. Если все-таки вызовет прыщики этот крем, то, конечно, уберу его, отменю. Далее открываю Эксперт. Это увлажняющий гель для лица. Последний мой запасик остался. Мой любимый гель для лица увлажняющий. Здесь всего 30 мл, но бесподобный гель. Жалко, что сняли его с производства. Далее масочка из линейки Beauty Lab Faberlic. Маска для детокс для лица с древесным углем. Что она должна давать? Так, с древесным углем, комплексами Novoftem и какой-то такой, не могу прочитать. Для любого типа кожи экспресс-уход для уставшей кожи. Всего за 15 минут кожа обретет яркость, сияние, свежесть, как после полноценного сна. Благодаря вот этому комплексу гель-детокс и древесному углю маска глубоко очищает кожу и поры, восполняет энергию в клетках, выводит токсины, защищает клетки от негативного воздействия окружающей среды. Получим результат. Невероятно гладкая кожа, ровная, бархатистая и сияющий, отдохнувший вид. Угу. Вот такая вот масочка. Тут еще пленкой заклеена. А я не взяла с собой ножницы. Конечно, вот так ногтями нельзя делать. Интересно, интересно. Ой, девчонки, она вообще черная. Вот такая. Точно, как уголь черная. Пахнет чем-то приятным, такой как мужской аромат. Как пена Барби Лаб напоминает чем-то. Так, дальше. Еще открываю для себя вот такой крем с ирисом от Биоси. Точнее, я его тоже открыла, уже попробовала один раз. Ой, мягко сказать, девчонки, пахнет совсем не ирисами, а пахнет чем-то неприятным на мой нос. Консистенция приятная у крема, хорошо разносится, хорошо впитывается. Вообще, как бы, как уход, мне понравилось. Но вот этот аромат, мне не понравился совсем. В общем, не знаю. Если сдружусь с ним, все-таки перетерплю, то буду пользоваться. Если не сдружусь, то, ну, отправлю в пустые баночки. Ой, в это, не в пустые баночки, а в ведро. И недавняя моя покупка, я вам показывала в влоге, помадка Wet n Wild, тоже открываю ее для себя. Единственное, что вот я несколько раз ее уже пользовалась, и вот видите, отпечатки она оставляет. Ну, цвет просто песня, сказка, бомба. Не добавила сводчик на губах. Вот так выглядит на руке. Помадка увлажняющая, такая глянцевая. Все, как я люблю. В конце этого видео вставлю, как смотрится на губах вот эта помадка. Так, буду пользоваться. Что ж ей лежать? И открываю для себя два парфюмчика. Вот таких вот. Это, значит, у нас парфюм Дилис Лави линейка. Это аналог Том Форд
с вишней-то как он называется, вылетело из головы. Этот называется свит черри, а тот что-то тоже с черри. В общем, заказывала я его вслепую, посмотрела у блогеров тоже и обзарилась. Но кто любит вот такие томные, яркие ароматы, вообще душно удушающие, тому понравится. Стильный такой флакон, конечно, для бюджетной парфюмерии вообще классно. Но аромат не мой, это 100%. Он такой, это действительно вишня с коньяком, миндальные косточки. Такой очень густой, очень такой терпкий аромат. И он, наверное, будет хорошо на зиму. Вот я, скорее всего, что сейчас конец октября уже, да, на носу. Буду его использовать в ноябре, ну и, конечно, и зимой. Попробую с ним подружиться. Если у меня не получится, то я знаю, кому можно подарить такой аромат. И кто будет пользоваться с большим удовольствием вот этим ароматом. В общем, схватила, не ощутив аромат. В общем-то, вот, впервые у меня такое. Все-таки нужно всегда свое мнение составлять о той или иной продукции. Вот, индивидуальное мнение свое. Не зависит, да? Вот, в общем, попробую подружиться с этим ароматом. Вдруг все-таки мне зайдет, и вообще потом я скажу, это самый лучший аромат, особенно на зимний период времени. Кто его знает? Может и такое случиться. В общем-то, и еще один ароматик, это аромат Oriflame Infinita, как правильно говорить. Вот такой вот аромат. Раньше у Oriflame был аромат Happy Dizziak, кто вот если помнит. Мне кажется, он чем-то схож. Этот аромат тоже такой сладкий, с такой свежинкой. Мне кажется, больше фруктовости здесь. Честно говоря, я не читала описание к этому аромату. Не могу сейчас его вспомнить. Но вот чем-то напоминает мне вот тот аромат. Он такой сладкий, но без каких-то там сильных... без сильной такой вот сладости навязчивой. В меру сладкий, в меру свеженький такой девичий аромат. И думаю, что вот на холодное время года он вообще хорошо развеется и приятно будет им пользоваться, в использовании приятно. В общем-то, все. Девчонки, оставляйте свои комментарии. Спасибо, что вы подписываетесь, что смотрите мой канал. Мне очень приятно. Пишите, может быть, вы что-то из этой продукции тоже попробовали. Может, посоветуете что-нибудь из ароматов, из помад розовых. Я очень люблю розовые помады и вот текстуры такие. Ну, матовые я ношу, но это крайне редко бывает. В основном это вот кремовые какие-то увлажняющие помады. Бывают даже полупрозрачные помады. В общем-то, вот. Ну все, девчонки, буду прощаться с вами. До новых встреч. Всем пока. Девчонки, вот так смотрится помадка на губах. И еще у нее вот для кого-то, может быть, это будет минус. Как я уже говорила, вот она вся такая отпечатывающаяся. И еще она въедается в пигмент губ. Потом вот немножко я наносила сейчас, да, снимала видео. Вот осталось на руке пигмент. Она как бы въедается. В общем-то, вот такая помадка. Ну, все равно цвет мне понравился.